1200 подписчиков, нахуй, чтобы подписались. И чё ты? А снялся? Да, я еще. А ты еще где-то снял? Сейчас скажи, да, братан, конечно. Доктор Мухина, здравствуйте. Вас отдельно приветствую. Меня Саня зовут. Как? Ой, что вкусно ест, рутелку хорош. Так это еще раз на съемке был? Конечно, это же будущее, блядь. Ну, со съемки на съемку. Так, а с тобой, доктор, все хорошо, вы как? Лера? А? У нас с тобой на следующей неделе съемка будет. Ну, это эксперты. Хорошо. Слышь, ты там, то, что с Лерой связано, откаты мне идут. Бабки мне купят, а я уже потом расформирую, кому отдать. Я бы на твоем месте сейчас ничего не говорил бы, а то сейчас я начну говорить. Ну, завтра наберемся и решим. А что, девочки симпатичные есть на трансляции? Ну, он тебе пишет. Да. Как дела? Все хорошо? Все супер? Я на той неделе обязательно к вам заеду. Мы с вами сделаем наш план исполнить. Да. Ты можешь не упоминать этого, блядь, ебанасика? Ебать, он говно, человек, по роже ну видом, мерзкий тип, пиздец. Давид, это правда не о тебе говорю? Посмотри, не обижайся, это я. Мешал, я плохо читает. Что говорю? Не ребята, не надо Сашу называть так или так или так. Вы не знаете, вас не было, вы ничего не видели. И херней не занимайтесь, а? Чуть-чуть мозги включите. А, чё? Причем не так намного надо включить, как хотелось бы. Хотя бы на четвертинку. Хотя бы на 5%, блядь. Вы Давид, посмотрите на Аню, когда она рыдает, умирает, и Давид, слезинка одна не проливается, блядь. Я не знаю. Не добавить ничего. Самый красивый, Давид. Спасибо большое. Чего вы там ржете? Вы можете громче говорить? Ой, я динамик закрыла, простите, извините. Короче, давайте мы будем о приятном говорить, о нас. Давайте. Мы вообще там, мы the best. Ай. Ай. Блин, Давид, блин, такие хорошие вещи пишут, жесть. Давид не еще? Да. Вот это не читаем. Лежа, ну потому что Давид депутат. А я обычный смертный. Мы в это время отдыхает, пока на нас госслужащие работают. Вот поэтому так и есть. Видите, вот я вот буквально только что ноутбук убрал, писал законопроект. Давид, так. Включи песню, какую ты там вечно качаешь, под которую ты песню стоит, записываешь сторис и стоит. Да, давай качнем что-нибудь, да. Сейчас что-нибудь найду. Да пацан сниф салат еще. Просто я устал после сегодняшнего дня. Привет, прямой. Прикинь, Давид, мы сидели... Давид, надежда Москвы и России. Спасибо. Сильная кандидация, сильный депутат, сильная Москва. Все будет четко. Я народный... Я за страну, я за нацию, я за движение вперед. Я патриот, так что все будет... Бро, я буквально через полгода эмигрирую в Америку и никогда сюда не вернусь. А что ты рассказываешь? Ты раскрываешь карты. Бля, я... Да не хочу, не люблю я это место здесь. Даже не в прямом эфире. Ну честно, ну реально. Не-не-не, Россия твоя родина, сынок. Не забывай это. Ну, Россия... Сынок! Не знаю. Россия лучше. Это как, понимаешь, это как вот мы с дедом моим ссоримся, да, братан? У меня все родители военные. И пахан офицер, и дед у меня, ну, короче, военный. Ты понимаешь, у меня дед вот, да, он любит со мной попиздеть. Он говорит, почему ты в армию не идешь? Я говорю, а за что мне идти в армию? Что, блядь, Давид на 220, блядь? Нахуй, лопаты, блядь. Да? За кого мне? За я его? Живу, спасибо, я ебать. Живу, или согласно... Или, стоп, или стоп, нас 300 человек смотрит, стоп. Я живу согласно действующему законодательству. Хорошо, исключительно в его рамках. В армии был депутат? Нет, ну, я, по здоровью... Не-не, стоп, я по здоровью не проходил. Плоско стоп. Да, реально, да. Я ваши болезни эти, рогаточные. Я сам такой. Я очень хотел в армию, но меня не взяли. Бро, да в армию возьму, ты только набери, попроси хорошо. Кстати,
набирать насчет армии. Стыдно вам должно. Понимаешь, блядь, ну что, ну вот понимаешь, за кого воевать, блядь? Ну реально, да. Я понимаю. За меня, депутата. Это все бред, да. Реально бред. Почему за меня? Ну за тебя хорошо, понятно. Ты идешь. Это как когда мне этот, блядь, не буду имен называть, говорит, дай мне денег, я в покер за тебя поиграю, если выиграем, то попилим, а если проиграем, то салам алейкум. Это вот я тебе так же могу сказать, понимаешь, это пиздец. Ой, блядь, дай-ка я бискаря пиздал и что сделаю. Посмотри на нашу поляну, а там же прямой эфир. Слышишь, Давид? А? Так а что там на следующей неделе ты говоришь? Эфир у нас. По поводу? Ну, я не знаю. Нет, тебе... Тихо, сделай музыку громче. И сиху закрою. Та-та-та-та-та-та-та-та. Слышишь? Ай, доля барабанная. Кандидат в депутаты. Крышует Москву. Слышишь, Давид? Я ему говорю, я ему сделаю. Давид, слышишь? Послушай. Я, короче, вот я тебе слово даю, я вот по приколу сделаю нам троим под год, вот троим, мне, тебе и Лере. Я подарю нам майки, и я знаешь, что там сделаю? Помнишь, братья два, Саша Белый, вот так у них постеры были, братва рвется к власти. Я сделаю твою фотку и напишу, Давид рвется к власти. Я тебе, бля, буду. Я тебе говорю, брат, на следующей неделе я эти майки сгрею нам. Вот посмотришь, я в ней принципиально ходить буду. И сфоткаемся все, да? Не то, что сфоткаемся, ты в ней на выборы пойдешь. Не, ну тогда как-то не так, не то, что прям да, этот Давидов депутат, и как-то ну, Давид рвется к власти, это как-то бандит, я же не бандит. Это правда. Ну я же не бандит. Да, никто не говорит, что бандит, и Саша святой человек. Да мы вообще, я вообще только оплату мне. Полосы не ставлюсь, я не могу на себя смотреть. Я вот... Не могу на себя смотреть. Я вот как настоящий патриот, я езжу в Сочи. Посмотри, я тебе покажу, почему мне не нравятся мои волосы сейчас, да? Мне не дают их стричь, вот она, блядь, да? Я не даю. Вот знаешь, гараж есть, дом, слушай внимательно, дом, да, и гараж, настил есть над гаражом. Понял, чтобы, ну, не капала вода, вот смотри. Ты видишь, нет? Как видно там эту хуйню? Видишь, у меня... Просто подровняй немножко и все. Короче, вот того, да, я ему тоже говорю, он хочет, короче... Давид, что я всю жизнь хожу лысым. Нет, Саша. Давид, чтобы ты понимал, он сегодня хотел перед съемкой побриться на лысо. У меня как было... ЗК живет мамой. С тобой всегда. Послушай, мы сегодня с твоей мамой. Мама гладит костюм. Они с моей мамой перетерли сегодня. Нихуйски перетерли. Я, короче, с его мамой разговариваю. Она говорит, я не переживу этого. Я говорю, я тоже этого не переживу. Она говорит, я с ним перестану общаться. Я с ним расстанусь, говорит, он на лысо побреется. И, короче, Бог отвел, он не успел. Поэтому он хочет на лысо, он говорит, я еще бритвой дома побрею. Понимаешь, что это будет? На кого ЗК ты живет... похож? Да, можно будет петь песню. Надежда живет ЗК всегда. Можно будет петь Боку долю воровскую сразу. Ну все. Не надо на уши. Брон, мне просто не нравится вот так, я хожу, мне еще... Ну тебе красиво наполовину... Кто тебя хуйся? Вот эти вот кто? Смотри, нет, ну я сам себя хуесошу, посмотри. Вот так подстриги чуть-чуть наполовину, а культуре все. Нет, Саш, ну не на лысо. Короче, Давид, у нас пипец какая проблема. Он хочет на лысо, я не хочу. Скажи ему наполовину. Не надо на лысо, ты че, блин? Ну скажи, чё, вот я... Лой насчет эфира, пиздец. Я тоже. Не надо. Слышь, что говорю, Давид? А? Пахан злой насчет эфира, пиздец. Да ладно. Да. Не знаю, мне понравилось. Да, злая, я тебе говорила по телефону, что это пиздец. Это не так, мне, как... А мне все понравилось. Ну, мне тоже там, мне там сидели там мои тоже у вас там эксперты. Мне типа тоже... На лысо давай пишут, да, я завтра ебану. Нет, все, поверьте мне. Вот как можно было лучше, показали правду вот просто на полную. Просто. Нет, Давид, понимаешь, они показали... Не, послушай, дай. Иди сюда. Стой. Послушай, ты понимаешь, что хуйня, да, реально? Они, то, что матом не буду говорить, но то, что они вруны, но охочется сказать пиздоболы, да? Понимаешь, братан, они сказали, сфоткайся с этой тёлкой, да? Тихо. Условно, да? Нет, Саш. Блядь, синяки. Стоп. Давайте не будем это здесь обсуждать, да, пожалуйста. Ты видео видел это, нет? Да. Я его первый раз видел, нахуй. Ну она врала,
Она же врала, доказали, что она врет. Сейчас, давай не сейчас, не в прямом эфире, до выхода программы не будем пиздеть лишнее, хорошо? Анонс делай, анонс. Бля, я, короче, сейчас подъезжаю, мне... Натуре, я думал, что доказать. А у меня реально блески? Да. Или это хуйня какая-то? Это я тебе фильтр поставила. А, фильтр? У меня сейчас этот... Вы меня слышите? Алло? Да. У меня сейчас интернет пропал. Налоса порезал, весело, я говорю. Ну, тихо, ну, пусть Давид скажет, что дает. Давай. У меня сейчас интернет пропадет, я в дом к себе въехал, у меня сейчас Е будет. Я знаю, братан, на Рублевке плохо ловит. Я не на Рублевке живу, я депутат. Там все равно плохо ловит. Ну ладно, ну, Саш. Я шучу, брат. Ладно, что, давай, до завтра. Давай. Бля, я не знаю, что ты хотел сказать. А, что, ты что хотел сказать? Я просто забываю, что мы в прямом эфире. Мне кажется, я без ним по видео. Бастер. Давайте не будем в прямом эфире ничего говорить, пожалуйста. Ладно? А тут, кто-то сейчас сидит, у него включен этот видео, этот запись экрана, и наши слова перевернут опять. Давайте. Так, Давид, мы завтра в Ютубе будем. У нас же все, все наши прямые эфиры Саши, они выходят прямой в этот, в Ютуб. Смайлик. У меня сегодня, Давид, как ты папе сегодня объяснял этот смайлик, забавно было. Да, да, да. Короче, этот, давайте вы завтра... Вы знаете, что вы спали? Но у меня давайте, короче, завтра этот чихану пойдем. Давай, что-то... Поможем мне чихану. А чем так бюджетно? Братан, я народный избранник, а не олигарх. Ты просто понимаешь, братан, не сочти звать. А с тобой, если пойду... Послушай меня. Будет, а я взяток не беру. Послушай, все как не вижу, да, ты, блядь, то в Лимаре там сидишь устрицами, ужираешься, там всякие плато по 30 тысяч, то ты меня в чайхану завер, дружок, тут какая-то несостыковочка небольшая. Я не знаю, что такое Лимаре, я там не был, вообще я не слышал, я не знаю, что такое Лимаре. Я честно тебе сказать, вот я не буду врать, я был за свою жизнь в Лимаре один раз, да, и я пришел, мне дали счет на 85 тысяч, и я просто охуел, понимаешь? Ну, блядь, нахуй так хавать? Ну, дело в том, что у богатых свои плечи, я себе позволить этого не могу. Да ладно. Мы тоже не можем. Мы бедные студенты. Поэтому говорю, идем в чайхану, на этом скидка и все, не проблема. Да в Лимаре у тебя тоже есть. Бля, у тебя смех такой страшный. Слышь, комментарий. Ха-ха-ха, чиновник богатый, они все едят там дорого. Алло, слышите комментарий? Да. Ха-ха, чиновник богатый, они все едят там дорого. Да я не знаю, что Лимаре. Не, я знаю, что Лимаре. Я видел в рекламе где-то, но я там на 80 тысяч не кушал. Азару жох. Все, короче, на связи. Давай, обнял до хруста, обнял, заплакал. Давай, до завтра. Все, давай. Это Давида отключаем и дальше. Так, удали Давида. Так, что еще нам хорошего спешим? Видите, в жопу идиоты. Оу, ча-ча-ча-ча. А сколько скидка? Покажи меня, Саш, ты так смотришь странно. Бля, у меня вообще глаза с тобой с блесками какие-то. Это что за хуйня? Это я поставила. Вот это что? Это шарики. Да, убери эту. А как убери? Ну так получается. Подожди, дай. Ну так у меня блестят глаза. Так, кому вчера, что у тебя костюм за 60 тысяч? Ты когда сказал такое? Какой? Не знаю. У меня много костюмов, намного дороже, чем 60 тысяч. Я тоже не знаю, что они за 60 тысяч. Спортивный костюм? Нет. Или как костюм-костюм? Костюм-костюм, наверное. Бро, мой костюм стоит намного дороже, чем 60 тысяч рублей. В натуре, когда общается? Лера кайфовая, Лера офигенная. Лера, как дела? Отличная пара. Я хочу желчи какой-то плохой, хочу плохого, чтобы написали. Напиши что-нибудь плохого, но мне видно, нравится. Видно, счастливая пара, молодцы, Саш. Давай на лысо стриги пишут. Да, я сделаю чтобы завтра. Чтобы вы сейчас... С ума, Сашка, не надо на лысо, чтобы он стригся. Знаешь, когда с души выходишь, я как мучаюсь. Я как этот... Я теперь понял, мне зачем-то понадобился фен. Я никогда в жизни не пользовался феном. И никогда не знал, что это. А тут я выхожу, по 30 минут не могу голову высушить. Саш, ну не надо на лысо. Бля, как тяжело тёлкой быть, это вообще жесть. Ну, реально. Помолчи, так. Сушиться, на лысо. Укладка. Вы крутые хуяшки. Такие, не слушайте завистников. Леру свой там огонь.
А не про Давида костюмы, а Давид чувствовал. А у Давида очень дорогие костюмы. У него еще дороже. Это же депутат. Это же слуга народа, блядь. Ему Бриони сам шьет, блядь, из преисподней. Нет, тебе не Бриони шьет. Сколько Саше лет? 45, сука. А? Ну ты не можешь тут не нахамить. Ой, от вашей пары прям счастье. Так люблю, когда хейтят все вот эти. Захар отдыхает, дочитывай, ёпта. Бля, у него такая тёлка, это ебаная. Да ты можешь успокоиться, господи. Вот тебе так вот, вот тебе надо вот гадости эти все почитать, откомментировать. А я просто, понимаешь, никогда не увлекался Дом 2. Ну и не надо увлекаться. Я был 2-3 с Домом 2, я объясню. Это когда было 13, нет, вру, какой-то рядом, или один, вот это было, Собчак еще ведущая была, вот это первый период. Потом я не смотрел, у меня был гэп, там, 10-12 лет. Потом я, блядь, сел в тюрьму. Потом я смотрю, пацаны смотрят, блядь, в натуре весело, тёлки, молки, Дом 2, там, фросты всякие, блядь, как там, Барсиковые твои, Хуярсиковые, блядь, весело, понимаешь? Это прикольно, когда вы там были, была какая-то, ну, блядь, что-то. Все говорят, когда я была, была движуха. Изюминка, да? А когда, блядь, сейчас вы находитесь... Так, ладно, видно, что... Все, Саш, молчи. Слышишь, молчи своим подругам, говори. Я не говорю никому подругам своим такое. Так, все, слушай меня. Вот видно же, вы счастливы, молодцы. Прикольный. Он в тебя... Что он, блин? Он в тебя на 360. Саша как будто под бутератом. Что ж такое не употребляет. Давайте со мной прямой эфир пару минут. Извините, мы не... Так, других разговоров нет, кроме прически? Есть, у нас очень много разговоров. Сань, выруби эту тему. Так, Саша, а где пресс? Что мы делаем в прямом эфире? Тут, блядь, Конор Макгрегор с Тургом Магомедовым уже сделали объявление. Ну, шикарно, покажи. Иди. Пресс-конференцию. Покажи. Блядь. Иди сюда. Подожди. Дай глянь. А почему Крида нет? Коха, Крида. Бля, охуеть. Да включи обратно, Саш. Короче, сейчас мы вот этой твоей шарашкой занимаемся и перед сном будем смотреть, как... Конор Макгрегор. Пресс-конференция. Дай телефон. Пресс-конференция. Так, все, иди читать вопросы, Саш. Так, Саш, где пресс? Пресс в кармане. Ты можешь, блядь, вот этот голос убрать? Это уже не ты, нахуй. А я? Вот это смешно. Так, все, замолчи, Саша, пожалуйста. Так, вы лучший, огромный привет вам из Пскова. Псков, тебе привет. Приспотит сейчас, скажешь, я уже ржать хотел. Все. Такие у него понты дешевые. Хабиб или Конор? Блядь, не знаю. Я не знаю. Конор. Мне хочется верить в Конора, но мне кажется, Хабиб его заебет, честно. Нет. Но я поставлю... Давай поспорим. А что спорить? А помнишь, я с тобой научу трусиков? Пойдем с букмекеркой поспорим. Да я не пойду. Я думаю, ты в 50 поставлю на Конора. Ну зачем? Я помню, что тебе за Усика говорила, что он выиграет? Я помню, как мне мама сказала поставить на Францию. Мне такого не было. $1000, а я не поставила, Франция выиграла. Это мне не было. Так, ладно. Где работает твой ухажер? Бананы продаёт. Все хотят узнать, чем я занимаюсь. Я ебашу. Так, ладно, все, поехали дальше. Где ты пугал своим, куда было интригующе пугать? Ага, вы недооцениваете. Что там? Ну, говорят, типа, когда я говорила насчет колен простреленных, типа, говорят, и чё? Ну ничего. Нет, Саш, ты Нет, выпей. Я без мата, смотри, я без мата. Сейчас культурно всем объясняю. Вот твоим прямым эфирщикам. Дай просто. Чтобы не думали. Вот я сейчас дай открою правду. Без мата. Вот, смотри. Видно мой этот самый, да? Смотри, я этого хуя соса. Ой, извини, пожалуйста. Захара найду, да? Вот, смотри. Где он у меня там, блядь? Вот он. Да? Вот я ему скидываю свой, пишет, свой адрес, свой номер телефона. И говорю ему, приедь, друг мой, или дай я приеду, где ты, да? Где ты? Да, я приеду. Вот, мой номер телефона я ему даю. Я не свети. Адрес скидываю, не да, свети. Да, мне все равно, я здесь живу, да, вот звонить? Мой номер. Я здесь доступен для всех, ну.
Ты просто понимаешь, ну блин, вот я был бы пацаном, да? Вот я небольшого роста, небольшого размера, я выше. Ты роста небольшого, по 2 метра. Блин, если бы мне кто-то вот такую хуйню писал бы, да, мне было бы похер, кто бы. Я приехал бы и как крыса бы его ждал, когда он из подъезда выйдет, блядь, изданул бы его, понимаешь? Если нету денег, если нету связи, если нету ничего, да, ну будь ты пацаном хоть. Дай пизды хоть мне, если можешь. А пизды, блядь, не получаю, не получаю. Жду неделями, жду, блядь. Уже хочу ему фоллоуап в Инстаграме написать, спросить, что. А, так, что пишут? Я ему хуёво не желаю, он же хуёво сделал, понимаешь? Он же начал выёбываться, а я не люблю, когда выёбываются, особенно, блядь, долбоёбы. Вот я свой, понимаешь, потому что я выёбываюсь, я выбежу на хуйню 100%. Перед любым, нахуй, мне похуй. Не ругайся. Я просто, понимаешь, я знаю за собой, у меня подлого ничего нету. Пакостного ничего нет, мне не за что ничего сказать, да? То, что я его маму ебал, я ему в лицо это скажу. Как ты это и так говорил. Да, я ему в лицо скажу, потому что я искренне так считаю, понимаешь? Так, ладно, он все. Оскорблял тебя, хуйню, говорю, вот, все. За то, что он тебя оскорблял, вот за это я его ебал. Все, нашли, блядь, причину, все. Я зла никому не желаю, ты же знаешь, блядь. Ну, не надо было трогать нас изначально. Да, просто я вижу, он такой парень, понимаешь? Это вот ты понимаешь? Вот ты моих друзей знаешь, да? Вот сейчас просто... Вот кто из моих друзей, вот ты бы увидел его в Дом 2? Ну, никого. Вот ты просто, да? Я понимаю. Ну, блядь, ты иди воруй! Иди мусором будь, иди воруй. Так, ладно, все, Зай, успокойся. Так, пишут. Короче, у тебя парень вообще топовый, прям лютый тип. Блядь, где эта зажигалка? Не падай, я уже не могу ходить. Не матерись, Саш. Сука. Когда в эфир выйдет сегодняшняя передача? Сань! А когда сегодняшняя программа наша выйдет? На следующей неделе. На следующей неделе. Сколько Саша сидел? Саша без выяснения причин около года провел в определенных местах, потом все выяснили и оправдали. Ты где его откопал? Он меня сам откопал. Да я его по симке цепанул. Сука, дурак. Причем даже к ней не подходил, а так написал на следующий день. Ну иди, ну Саш, они, блин, все, иди. Дурак. Так, ладно. Вы клевые, спасибо. Так. Лера, где ты с ним познакомилась? Мы познакомились... Точнее, даже мы не познакомились. Он я же говорю, по синему. Да иди замолчи, дурак. Он меня увидел в дипломате, вот, а там была наша общая подруга, и он номер телефона узнал мне. Сказал на следующий день, чтобы она здесь у левой ноги была. Да, вот именно так и было. Так, ладно. Так, привет из Петрозаводска. Здравствуйте, Конор лучше. Саша, Конор про отца Хабиба гадости сказал, а родители это святое. Мне кажется, у них с Конором много общего. Ни принципов, ни морали. Да ладно. Ни сердца, ничего. Ну не чуди, все у тебя есть. Ты так пока думаешь. Я же шучу, зачем ты такое лицо делаешь, как будто тебя, блядь, ударили батареей? Зачем? Ты дурак. Так, ладно. Такой Рекс. Где? Ты что, я не видела? Справа видишь. Так, ладно, познакомила парня с мамой. Они по телефону. У меня мама в Украине, они по телефону общаются очень хорошо. Да, мы с ней любим попиздеть. Зато во всем, зато за это. Как ты говоришь, любим попиздеть? Попиздеть, зато за это. Кто мне все звонит в этот человек? Блядь. Покажи. Ярик. Че он хочет? Порожники гонять. Подожди, он может быть в прямом эфире твоем. А ты можешь посмотреть, он в прямом эфире у тебя? А нельзя смотреть, кто в прямом эфире? Я не знаю. Да, Лауса будет лучше намного, да. Как? А как ты увидишь? Никак. Ну никак все. Ярик, короче, если ты в этой трансляции не хотел тебя скидывать, я просто уже сплю на самом деле. Не обижайся. Так. Лерочка, привет. Владивосток вас любит, вы охуенная пара. Спасибо. Ну, охуенная пара, в карман не положишь. Краба пришли на лептер. Пару фал.
лангов закинь на ход на один. Иди сюда. Лера сама. Так, ладно. Охуенно, а я долбоем. Да? Да. Саш, что ты... Иди сюда. Боишься его. Покажи, как ты делаешь так. Нет. Покажи. Я на камеру не могу. Покажи. Скажи, как ты говоришь. Так. Огурец будешь? Да. Жари. Блядь, да это же нихуй, не надо его, его отпустить надо просто. Всосалось там. Да ладно. Алло? Ну потом будет говорить, что ты придурок, блядь. Так я есть придурок, самый ужасный на свете. Я вообще самый отвратительный человек, ты же знаешь. Лера, подумай, зачем тебе это надо? Ты подумай, зачем? Ну согласна. Ну что, давай, мам. Я тебя люблю. А, все, пошла, да? Да. Огурец будешь на пасашок? Побежу, давай. Мачки, пожалуй, брежу. Как, Саша, родители это святое? Наши родители это святое, базарно. Наши, да. Я куда попал? Ты с ним будешь несчастлива. Как? Я с тобой буду несчастлива. Бля, ты ж пиздец кайфуешь от компании со мной. Нет. Ну реально. Иди сюда, дорогой. Ну реально. Я очень позитивный человек. Тут меня хуесосит, а я радость. Ну что, не можешь материться или не можешь? Сейчас проглочу это огурец с Саней. Меня плохо называют, а я радость. Потому что ты специально это делаешь, чтобы тебя плохо называли. Мне приятно. Ты кайфуешь. Я? Да. Я люблю, когда плохо пишут. Дай почитай что-нибудь. Я куда попал? Ты что, за мат? Это Россия, сынок, ёпта. Саша, угомонись, ты знаешь, что ты прав. Сиди и молчи, мама, и это фу. Ты мужик, значит, будет сдержанным. Не трогай, не вонять не будет. Счастья вам. Спасибо насчет счастья. А то, что если бы нас никто не трогал, если бы нас никто не трогал изначально, мы бы тоже не отреагировали. Но когда комментарии определенные были, поэтому, как бы, ну, извините. Как сказал Ким Ларе? Да нет, шутка, не знаю, что. Да, газ бы сейчас заржал. Не зашла? Нет, тебе не зашло, ты мои шуток не понимаешь. По сути, на коротке это что-то программа, Лер. Ты его за деньги терпишь. Это понятно. Сань. Где лямы? Я сегодня у Леры бабки брал, например, да. Походу, я с ней за денег, да. Сука. Ладно, все, объясни, проехали. Что я пустой, как барабанная дробь. Вообще, как барабанная. Как сектор плюс на барабане. А родители... теперь где ты, где Саша? Где ты? Где я? И теперь уже не важно. Дай ему так, мне так не видно, Саша. Саша, не в тебе. Лицо такое не делай, это у меня самоубийственное лицо, блядь, я не вижу. Какое это? Не, вот это нормально. Тебя разозлить надо, чтобы ты его сделал. Разозлить меня. Не, не хочу. Надо, давай. Разозлить. Да не буду я тебя злить, на рассол, а выпей лучше. Не хочу. Ну и все. Ну и все. Сейчас, блядь, электрошокер, блин. Я тебе сейчас дам электрошокер. Ну, так а что ты врубаешь? Чтоб ты испугалась. Да, не кричи, пожалуй, там слышно через эти стены. Потому что ты не шутишь. Ты как мужик, орёшь. Ну все, Саша, замолчи. Обожаю вашу пару, вы хотите на пару. Ты еще раз не скажешь, замолчи. Я тебя в прямом эфире, блядь, вырву этот язык. Блядь, тебе сейчас самой реально скажешь мне еще раз замолчи, я тебя вырву язык нахуй. Вот прям при всех твоих подписулятах, блядь, давай. Я вырву сейчас нахуй. Так. Если вы поженитесь, то будет шикарная пара. Мы уже поженились. А. Недели две назад. Ага. Офигеть, он разговаривает так. Вспоминаешь, не. Я думаю, кто-то спали, что опять все время за сиську бацаю. Слушай, я не увидел. Даже ты не спалю, а? Вот Таня, ручки шаловливые. Даже хозяйка не парит. Нормально, у меня вопрос, я там читаю, я не поняла вообще, что ты делаешь. Со своими родителями познакомил,
Конечно. Да, мы с ним только что бухали, я сидели. Эфир отмечали победный. Да, сейчас ужинаем вместе. Сашка, Лер, Сашка тебя любит, это видно. А я-то думал, жопа с маслом. А там, оказывается, Сашка ее любит, блядь. Холодная они, говорят. Все, Сань, не порти этот. Так, чё базарит он кучеряво? Это что значит? Кучеряво. Прямой это за комплимент. За комплимент, хотел сказать. За кучерявить этот ответ. Не, я не знаю, кучеряво хуй. Смотрел прямой эфир, когда эта курица, которая говорит, типа, Саня ее изнасиловал, ебать, она конченая. Саша пришел, спокойно все объяснил, и все, респект. Владивостока, привет. И вам здравствуйте. Я говорю, привет, в карман не положишь. Пришли пару фалангов, блядь, камчатских рабов, блядь. А спроси у него, за какую он команду болит в русском чемпионате. Бля, вот это хорошо, прям настроение подняло. Какую? Никакую. Вообще никакую. Я даже не слежу за этой хуйней, блядь. Футбол этот, блядь, нахуй. Он прям в тюрьме сидел? Да, тюремней некуда, я бы сказал. Если это не тюрьма, то я не знаю, что такое тюрьма, блядь. Так, ладно, вы друг друга стоите. А, у тебя зубки отпад. Блядь, хотел песню спеть, но потом подумал, мы и сами себя обосрём этой песней. Помнишь песню Серго? Да. Образовалась пара, работалась пара. Вот такая пара из домашнего. Ну всё, тихо. Так что за пешку по 5 рублей, так он клевая. А ты можешь поговорить с моими подписчиками, я пока схожу. Копеечек по 5 рублей. Глаза типа по 5 рублей? Ну типа да. Это они мне еще выходные не сделают. Зачем ты, блядь, такое говоришь? Саш, только ничего не говоришь. Свинья на корше. Лер, лечись. Не, Лер, очнись. Не лечись. Ты только не говори, какие гадости говорят. Все, сейчас гадость говорить не буду. Лера, беги от него, да, спасайся. А тут так много комментариев, нихуя себе. Так, ну почему нарики, два нарика, ну, блядь, извините, святоши, ёпта. Да, Лерка со мной часто смеется. Показать стол? Да, стол у нас очень. Тут нету ничего, он очень скромный, что здесь? Пустая бутылка вина, незаконченная партия и этот рассольник. Очень все скромно. Вот так золотая молодежь двигается нахуй в наши дни. Сигарет даже нет, по-моему. Под бутырем? Слушай, ну честно, да, если бы она бы, блин... Как думаешь, вот они когда под бутырем, я имею в виду, под бутератом, да? Что? Они мне пишут, она несчастлива, она под бутырем. Это что значит? Я не знаю, возможно, под бутератом. Просто я один раз был под бутератом, и это точно несчастливый момент был. Пока как пошла? Пасава, да. Там какая разница, что они там делают. Ну какая наркота в углу, блин, давай им покажем просто, ну дай, вот где, дай, вот я просто весь... Огурцы дай заберу. Не убирай ничего, оставь огурцы, положи мои огурцы на место, блядь. Огурцы, где хоть что-то, где, на, инспектор, блядь, где? Блин, нельзя уже бутылку виски с красоткой своей выпить. Интересно, ты влюблен? В натуре интересно. А ну, расскажи, ты влюблен? Я люблю тебя до слез. Бля, неудачная шутка. Такая шутка со смыслом. Посыть пошла. Уже проглотила. Да блин. Вот тот момент, да, вот ты пьешь виски, я пью вино. Никого не трогаем, дома сидим.
Нет, сука, вы наркоман. Нет, просто я вот как хочу. Или унюхал. Вот, ну, блин, вот просто ты вот послушай, кто ты там, блядь, Людмила Кравчиншинец, да? Вот послушай меня, да? Заряд, как, что мне надо было телефон сделать? Заряд. У меня лежит пару грамм кокса, да, допустим. Да, я не говорю, что у меня есть, допустим. И что, вот ты сейчас, из-за того, что я стол показал за секунду, я их съелозил, да, и лежит у меня пару граммов. Я взял горстку, сожрал сейчас, чтобы ты меня, Людка, не спалила, ни в коем случае, блядь, а то не дай бог, блядь. Сука, уебина, блядь. Займитесь сексом, мы оценим. Бля, ну это только за бабки, ребята. Вот, смотри, Людка посмеялась, она просто поняла, понимаешь, она... Людка просто поняла, блядь, где с жопы с хуем. Да, Саша, ты обещал не материться. Нахуй сына бросил. У него сына нет. У меня сын есть? Я его что, бросил? Сын, держись, батя скоро будет здесь. Наркотиками балуетесь? Нет. Только тяжелыми. Блин, вот кто не знает, просто шутку, да, я расскажу. Саша, ты кадр пишешь. Тихо, я расскажу сейчас шутку, да. Это когда сидел Кровосток на каком-то интервью, его спрашивают, вы употребляете наркотики? Он очки поднимает, такой, только тяжелые. Мне просто дико понравилось. Я решил выйти. Так, тихо. Ахаха, я ору до слез. Саша, тебе это все твои чувства. Вы думаете, что я его полюбила? За его шутки? Так у меня, да, ребенок, у меня не сын. Ты вообще знаешь про Лерку? А что про меня? Расскажите. Ну расскажи-ка мне про Лерку. Кто там ее продавал, кто меня покупал, блядь. Рассказывает уже. Лера, уже доказала, переказала. Бля, ну что ты за олуху нашла, реально? Кого? Бля, вот это кто пишет? А нет, ну это какая-то рогатка. Не кусаешь, да. Я верю. Где моя Людка? Людка, вернись, напиши еще хуйню какую-нибудь. Что-нибудь хорошее напиши. Комментарии все крутые, в лицо сказать себе абсолютно страх. Вот, молодец, согласна. У тебя дочь, да, дочь есть. Да. Невозможно. О, лихая, я тебе напишу потом в директ. Посмотри на ее лицо, вот это злое лицо. Невозможно не влюбиться. У меня, да. Да про меня говорят. Про меня. А, я же этот уебок. Точно. Молчи. Лера, тебе такой псих и нужен по характеру. Лера, передай привет Самаре. Самара, ай. Тут мне сказали привет передать, что ты передаешь? Слышь, мне пахай. Дай ее потрахать. На, ёпта, держи, ёпта. Что за глупость, что за вопросы? Не показывай его больше, сглазит. Да у меня шайтаны вокруг меня, бесы крутятся уже сглазили давно. Я не про тебя, Лера. Видишь, постриги, я знаю, завтра на лысо пойду. Нет, Саш, не на лысо. Я плачу с Людки. Людка, блин, где Саш, она? Саш, не на лысо, блядь, какой на лысо? Подожди, пусть Людка отзовется, да? Саша, я тебе дам, блядь, на лысо. Не успокоюсь, пока Люда не даст слово. Бля, вот ты прикинь, Людка уже давным-давно вышла, да, из этого эфира, а мы тут сидим и ее ждем. Ну, Ким Лэри хочет прозвонить. Нет, он уже свой шанс. Извини, нет. Давид. Но он же дома. Он хочет хайпануть. Он, наверное, дома сейчас сидит уже в своей красивой, дорогой кровати. Как, Лера, как найти... Я ж тебе что говорил? Вот что я тебе Саша говорил? Саша мне говорит, давайте подавай тренинги, как найти хорошего достойного парня. Ой, Давидушка. Ой, Давидушка уже переоделся, уже у себя в усадьбе губернаторской. Мы тебя слышим. Припарковал свой Ройс и сидит в губернаторской усадьбе. Но мы-то простые смертные на том же месте. Нет, 21.07. Блин, я Алютка 100 раз назвалась, я Алютку потерял. Оказывается, тут салам делает. Район наш, нахуй. Давид, у нас там Людка. Картошку иди копай, картошку пусть твои родители копают. Саша. Картошку копай. Саша. Дом 2, да, в последнее время что-то начался весело. Ну не каждый, а так в Инстаграме вот эти видосики есть. Когда приедешь на волосы ко мне снова, натуралы меня спрашивают. А что, девочки есть? Ну, давайте бы спросили. Давид жалеет, что он к нам подключился, потому что мы на него не обращаем внимания. Да не, нормально.
Давайте, давайте. Лера, скажите, как познакомиться. Я приехал в дипломат-бар к своему другу Владу. А Саня там сидел с кучей телок, один за столом. Ему уже надоели эти телки. Он смотрит, там какая-то телка с телеком вроде. Он даже к ней не подходил. Да молчи, говорит, это не так было. Вот так короче, он меня увидел. Нет, увидел нашу подружку нет. Общую. Говорит, дай номер. Не кричи, ну. Я скажу, как было. Не так было. Не кричи, ну не кричи так громко. Зачем ты говоришь, так не было? Слышишь, Давида, нахуй, ты Марсарина сама уберись, Давид мой близкий, он дольше нас здесь будет сидеть, если надо. Ты, блядь, с чиновником разговариваешь, ты за языком следи, ты. У нас Саша, свобода слова, Саша, пускай говорит, свобода волеизъявления. Весельчаки, ёпта, ай, брат, дай бит. Давид, давай песню споём. Бит не могу, но могу зачитать. Блин, я не хочу свои тексты зачитывать сейчас. Я чуть свою песню не прочитал. Так, нет, это будет скоро. Ой, мне мама пишет. А еще скажет, ты еще и рэп пишешь? Да, да, да. Да, я маме отвечу, потом обратно верну. Давид угорает, смотри. Давид. Нет, потом маме отвечу. Надо сейчас позвонить, ты все сбьешь. Нас моего телефона нет. Дай телефон твой. Где мой телефон? Мне очень нравится. А у меня под ногой. На, подключи его. Лера, ты что, вискарь махаешь? Я нет, я вино. Нет, только план курит. Че, дурак, блядь. Потом будут реально говорить, что я курю какую-то хуйню твою. Мою? Все спалило, так пацана, бля, в свет вообще. Давид, мама, Лера. Мама. Лерина мама. Вот, бля, смотри, Лер, ты классная, только из этого Дом 2 смотрела. Вот я тоже клянусь. С вот характером так. Девушка. А зачем тебе этот огрызок? Ну реально, Рома Швецов спрашивает 93-го года. Ромка, ну она тебе напишет, когда я ей надоем, обязательно. Можешь молчать, пожалуйста, что ли, вообще? Ромка Швецов. Лера, ты классная. А я что, не классный, что ли? Бля, ты лучший, бро. Блин, вот я заметил, плохие эти хуйни только в основном пацаны пишут. Или прям очень страшные тёлки, понял? Ну, может, потому что половина комиков. Давид, а ну помолчи, пожалуйста, я маме голосовую. Да ты не говори никому, помолчи никогда. Ну, это пожалуйста, грубо. 2 секунды, пожалуйста, можно 2 секунды? Просто вот представь, мы с тобой официально, я тебе говорю, Давид, помолчи. Ну дайте мне 2 секунды, я маме сообщение отправлю. Давид, ну ты знаешь, что я без обиды? Ты можешь сказать, подожди. Я молчу вообще, вот так, что? Скажи, по времени минуту. Скажи. Повремени, пожалуйста, секунду, я маме сообщение отправлю. О, посмотри, тебе Алинка какая-то пишет. Давид, напиши мне огромными буквами. Саш, повремени, пожалуйста, секунду. Мамулечка, смотри, мы тут в прямом эфире с Давидом и Сашей вместе сидим. Давайте позже напишу. Давид, напиши ей. У парня голос похож на голос Денчика. Хочу твою девушку. Хочу. Хочу, ёпта. Хочу. Как все печально, а? Давид! Ее многие кто хочет. Но, увы, трахаю ее я. Ты что, же замолчи. Давид, напиши мне. Гамарджоба. И напиши мне пару слов. Лера, ты такая супер. Но парень какой-то неадекват. Мне сейчас написано, Лера, ты супер, но парень какой-то адвокат. Я потом только понял, что неадекватно написано. Подключи дальше, Саш, меня не видно. Придурки. Я блокировать не могу твоих подписчиков, да? Моих? Бля, как хотела бы, честно. Лера, Лё, мне антенна торчит. Смотри, вот это лихая там что-то разбушевалась в комментариях, да? Давид, мне напиши. О, нет, Давид, мне напиши. Пожалуйста, можете это самое Давиду все написать? Вот так, давай сделаю конкурс. Кто приедет к Давиду первый через полчаса, получит 5000 рублей от меня.